Копия-копия. Опять злодейка. Там у меня за спиной белка. Орешек точит. Опять она ко мне не прибегает. Копия. Копия-копия. Злодейка, дай я тебя поглажу. Сколько я тебя не видел. Солнце. Красотуля, а. Почему ты не прибегаешь ко мне туда, а? Солнце. Солнышко, какая хорошенькая. Голодный, проголодался. Ты куда, говорит, лезешь? Тут очередь. Вернее, какая очередь? Тут по записи. Сюда насыплю. Сюда насыплю. Солнышко. Солнышко. Сидим. Сидим, едим, да. А это солнышко. Тут орешки кончились. А это белка без лапки. А ты будешь? Нет. Такую гадость ты будешь? Я такую гадость, говорит, не буду. Нет. Такую гадость. А нет, буду. А почему нет? Не, она прятать пришла. Запасы, я медзапасы делаю. Солнце. А тебя я не знаю, да. Но хвост шикарный тоже. Хвост шикарнейший, да. Я только насыпал, я буквально на 2 минуты сюда пришел. Я не хотел никак задерживаться здесь. Ну как не задерживаться, если тут такие красивые белки. Иди сюда, солнце. Это белка без лапки. Это, по-моему, не очень хорошее. Иди сюда, солнце, смотри. Уронил. Вот кто у нас. Какая у нас хорошая белка. Солнце. Подожди-ка. Я так редко тебя вижу. Специально для нее грибы ношу. Это, в принципе, для нее. Она у меня основной потребитель. Остальные тоже едят, но там, допустим, модель, но там не факт, что прибежит и не прибежит солнце. Давай, грибочек, конечно же. Никуда не ходи, солнце. С грибочком. А у меня, кстати, и огурчик есть тоже. Ты куда побежала? С грибочком напугалась. Раз в неделю буквально вижу ее. И вижу не там, где я привык, а в случайных местах. Там, по-моему, берчонок сидит. Тут бегал совсем маленький берчонок. Я пытался. И причем он такой был лояльный. Только бестолковые. То есть я протянул ему чищенный грецкий орех, он его обнюхал и дал понять мне, что это такая вещь, это несъедобная вещь совершенно. Голубь там, да. Я завалил огурчиками. Огурчики уже поскидывали, морковку поскидывали. Завалил орешки, чтобы голуби не достали, морковкой и огурчиками. Голуби тоже иногда выкидывают, но это редко. У них плохо получается. Даже у синицы маленькой лучше получается, чем у здорового голубя. Вокруг, кстати, копии ходят голуби. Она же чего-то ест. Раз она чего-то ест, значит, это... Это можно отобрать. Прибежал. Давай сюда, солнце. Давай сюда. Еще, говорит, хочу. Еще хочешь? Маленький какой-то. Подожди, солнце. Ты куда пошла?
Солнце. Ты что, огурчик? Ты чего хочешь-то, солнце? Чего ты хочешь? Чего бы дать ей? Солнце. Ты вот это хочешь, нет? Нет, говорит, нет, а чего ты? Орешек хочешь? Подожди. Подожди, ты вот это хочешь? Подожди. Стой. Ты вот это хочешь? Да, говорит, хочу. Чего ты, говорит, сразу не догадался, чего я хочу? Злодейка какая, побежала. Она где-то здесь, что ли, живет? Сюда переехала? Ну да, далеко, далековато ко мне бегать, если она сюда переехала. Бельчонок-злодей сейчас выкинет морковку, огурчики, все подряд выкинет сейчас оттуда. Потому что, говорит, мне неудобно орехи доставать. Вот еще один бельчонок. Злодейский. Кстати, бельчонок, вот этот, который сейчас пробежал, он, по-моему, без левой лапы тоже. Что-то я не пойму. Да. У белки без лапки тоже левой лапы нет. Это я что-то не пойму. И у этого бельчонка сейчас пробежал, у него тоже лапы нету, по-моему. Или мне показалось. Вот у этого. Это что такое вообще здесь происходит? Почему? Да, лапы нету. Левой лапы тоже нету у этого. Это жесть какая-то. Это почему? А у этого, кстати, побольше лапы нет. Это почему так интересно? Интересно, потому что надо это прекратить дело. Бельчонок без лапки, да, вот этот. Ну, жесть какая. Я туда кинул сейчас в дырку в эту орешки кедровые, но мне что-то непонятно, почему они без лап бегают. Это им собаки откусывают? Или как это происходит? Если я ругался с собачниками, я буду еще больше ругаться. Надо только выяснить. Тут люди пришли снимать белок. И неважно, едят белки, не едят. Я к тому, что я-то вдалеке сижу, а люди прям надо на смартфон в упор снять. Ну ладно, жалко бельчонка этого. Не знаю, или он такой родился. Жалко бельчат, они маленькие, страдают. Голубь пролетел, да. Ну ладно, такое видео грустное в конце получилось. А моя белка без лапки, по-моему, вон там бегает. Ну ладно, такое видео. Ну тут ничего не поделаешь, только по факту фиксировать, что вот белка без лапки, а что делать? Зато купи увидели, а я уже начал волноваться, она не прибегает. Ну ладно, все. Все.